вот все у нас то для того, чтобы сделать этот, как бы, скажем, приспособление для того, чтобы мешать краску. Ну, можно для других целей использовать. Что нам надо получить? Сам тен, в нем, скажем, уже в комплектации уже предусмотрена такая вот резьба есть. То есть мы к этой резьбе привязываемся. Нам надо, получается, в этой шпильке просверлить отверстие, после этого нарезать резьбу и закрутить. И гаечка эта, которая в комплекте тоже идет с теном, законтрагаясь. Все, сейчас мы это быстро изготовим и покажем, как это все делать. Вот теперь мы взяли эту шпилечку, взяли керно, ставим аккуратненько в центр, можно разместиться, кто там, кто боится, что не попадет. Хорошим хлестким ударом. О! Давай заново. Просверлили. А теперь нарезаем резьбу. Вот она чуть сбивает. И пошло. И нарезаем. Проверяем. Ну, в принципе, здесь такого ничего сложного. Что делаем? Накручиваем по резьбе. Все, накрутился. И после этого взяли тен в руки. Ключиком на 8. И законтрагаили. И все, теперь можно использовать его. Вот, приветствую. Дополнительно сейчас снимаю видео. Вот, видео снимал, что менял тен в машине стиральной. Нашел все-таки применение этому тену, как и обещал. Чтобы не пропадать, скажем. Вот у нас есть такая краска акриловая на водной основе. И сейчас попробуем размешать краску. Как он мешает? Так, это первая скорость. Вторая. Воду подогреть, потому что тен, по сути, он рабочий. Он в стиралке не хотел работать, а здесь он будет работать. И поэтому, то есть еще не время выкидывать. Все это мы сделали шуруповертом Штенле 330. Вот с такой вот маленькой батарейкой. Удобный, легкий. Крутит отлично. Все, спасибо.